Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Карапенко. Я записываю обучающее видео об английском языке. Сегодняшнее видео посвящено такому важному, суперважному вопросу, как расширению нашего словарного запаса. И именно это видео посвящено расширению нашего пассивного словарного запаса, что, как вам, наверное, известно, очень-очень важно. Не только активный словарный запас, то есть те слова, которые мы употребляем, когда говорим или пишем, ну, говорим, пусть возьмем говорим, пишем, это отдельная такая сфера, а пассивный словарный запас тоже крайне важен. Без него нам как бы очень сложно понимать письменный английский, устный английский, речь, которую мы слышим, ну и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы не затягивать как бы это видео, перейти сразу к сути, друзья, смотрите, это видео называется «Расширяем наш пассивный словарный запас английского языка. Правило 4 раз». В принципе, в некоторых видео я уже упоминал об этом, ну, давайте сосредоточимся на этом как бы конкретно и выделим этому явлению целое видео. Так вот, я когда-то услышал давным-давно, что психологи, значит, многие утверждают, что люди в основном, где-то 80% людей, воспринимают новую информацию с 4-го раза. То есть обратите внимание, любую информацию, не только английские какие-то слова, словосочетания, какие-то закономерности и так далее, любую новую информацию, которая может каким-то либо образом как бы воплотиться, примениться, реализоваться в жизни человека, большинство людей, не все, большинство воспринимают с 4-го раза. Ну, наверное, может быть, с 5-го. Давайте с 4-го, с 5-го раза. Есть такие уникумы, которые воспринимают с 1-го, 2-го. Процентов 20 людей или 10, я точно уже не помню, воспринимают эту новую информацию как бы с 20-25 или вообще не усваивают. Смотрите, к чему я веду. В принципе, восприятие английских каких-то новых слов, то, что нам надо, чтобы знать больше и больше слов, тоже подпадает под вот это правило восприятия новой информации. Ну, например, мы с вами слушаем какой-то английский текст, да, и там мелькнуло новое слово. Причем мелькнуло хорошо, заметно, так, то есть мы расслышали это слово, мы понимаем, что оно для нас новое. Мы можем либо с учителем, либо если сами учим его, проверить, как бы, как оно пишется и так далее, и так далее. Вот один раз оно промелькнуло, мы его осознали, поняли, ну и прекрасно, да, значит, это видео или аудио там что-то закончилось, все, мы о нем забыли. Через несколько дней, если мы встречаем его в какой-то другой ситуации, например, в другом тексте, 80% людей его забудет. Как бы, то есть вы глазами сразу же мозг нам покажет, да, недавно столько встречалось, да ну что оно означает так. Если будет контекст такой, как бы удобный, мы можем вспомнить, можем не вспомнить. То есть одного раза недостаточно. Нам нужно, смотрите, минимум 4-5 раз, чтобы слово мелькнуло в разных ситуациях, желательно в разных, но в крайнем случае в одной и той же. Для нас, чтобы мы приняли его навсегда. Оно вошло в наш пассивный словарный запас. Давайте еще раз отметим, не активный, те слова, которые мы употребляем сами, а хотя бы пассивный. Но это тоже очень-очень важно. И к чему веду? Смотрите, все очень просто. Мы часто хотим овладевать все большим и большим количеством новых слов. Вот нам хочется, чтобы мы знали десятки тысяч английских слов. Слава Богу, в английском слов предостаточно, несколько сотен тысяч. Нам хватит такого занятия на всю жизнь. Да? Нам хочется, чтобы все происходило очень быстро, моментально, молниеносно и так далее. Обычно так не бывает. Обычно. То есть мы берем статистику. 80% людей, ну, недостаточно им одного-двух раз где-то встретить это слово, чтобы оно... Поэтому логично предположить, заняться чем? Повторением, друзья. Повторением, повторением, повторением. Я об этом много раз говорю. Что значит повторение? Например, мы посмотрели какое-то обучающее видео в YouTube, там, на английском, какой-то канал, который нам нравится, что-то о физике, географии, неважно, в общем, менталитете, философии, чем угодно. Мы посмотрели там 4-5-минутное видео, классно, все такое, нам помелькали там некоторые слова, или может у нас сценарий есть, все, мы выделили этих там 5-10 новых слов, да. Что нужно нам делать? Сделать? Просмотреть это видео после того, как мы обработали эти слова еще раз, ну естественно. И так нужно сделать 5 раз. Может быть, 5 раз подряд смотреть видео, например, очень-очень скучно, да? В таком случае, что нам нужно сделать? Разделить это на 2-3 захода, да? Ну, давайте на 3 захода по 2 раза, ну, у нас получается всего 6 раз. Потому что, я говорю, 4 раза и больше. Не то, что 4 раза, не дай бог, больше. Нет-нет, 4 раза и больше нужно, чтобы слово мелькнуло. Поэтому посмотрели первый раз, да, осмыслили, что нам там нужно, слова во фразах новые. Второй раз посмотрели, да. В принципе, если видео интересно и так далее, то почему бы третий раз еще не посмотреть?
Потом оставили это дело на несколько часов или на следующий день. Обязательно вернулись и опять посмотрели 2-3 раза. Ну и, наконец, через день там опять 2-3 раза. Все. Гарантию вам даю, что эти новые слова войдут вам в словарный запас. Понятно, вы можете сказать, что это видео ну, скучновато как-то, или у меня много материалов, которые я могу и хочу обрабатывать, значит, по 10 видео в день. Это все классно, да, это тоже дает результат. Однако, ну, доказано научно лингвистами, этими психолингвистами и так далее, что ну, лучше много раз одно и то же, чем по одному разу новое, новое, новое. Однозначно, мозг, если мы много раз по одному разу новое, новое, мозг что-то где-то зацепит. Но употребить это даже в качестве пассивного словарного запаса мы вряд ли сможем. Это дано не каждому, в общем, скажем так. Я уже упоминал, есть уникумы, которые всасывают эту новую информацию там 1-2 раза, ну есть, да. Ну и что, нам все равно, есть они, не есть. Нас такая средняя статистика вполне устраивает. Я считаю, очень просто 5-6 раз посмотреть одно и то же видео, или послушать одно и то же аудио, или прочесть один и тот же текст, там одну страницу, да, или две странички, 5-6 раз, чтобы навсегда запомнить эти слова. В принципе, они могут даже всплыть, когда вы будете писать. Если вам суждено что-то писать, то слова из пассивного этого словарного запаса вполне возможно выплывут. Когда говорить, вероятность меньше, потому что мы говорим быстро, мы говорим подсознание, оно не успевает. Насчет того, сколько раз нужно для подсознания, у меня есть отдельное видео, расширяем нас активный словарный запас, вот, и сколько там раз, там вы увидите. Итак, друзья, позвольте повториться, как учительская привычка, для того, чтобы новые слова, слова навсегда входили в наш пассивный словарный запас, нужно одно и то же видео, аудио, текст, ну что еще, да и все, наверное, да, обработать, то есть прочитать, прослушать осознанно, то есть уже зная значение слов, минимум 4-5 раз или больше. То есть давайте от 4 до 6 раз, и вы увидите чудеса. Очень просто, очень практично и очень гениально. В смысле не то, что я это придумал гениально, а сам гениальность простоты этой, понимаете? Не надо никаких суперметодов. Да, вы тратите время, но это время вам окупается. Потому что, друзья, лучше 1000 слов, по моему мнению, которыми вы владеете железобетонно, чем 10 000 слов, которые где-то что-то у вас мелькает, такое облако в штанах, да? Облако такое, которое... В общем, вы путаетесь, это мучение. Лучше 1000 слов железобетона, которые вы можете употребить потом при правильной работе в своем говорении, письме и так далее, чем тысячи-тысячи выхваченных слов, переведенных по одному разу, мельком и так далее, и так далее. Да, это тоже дает результат, но в 4-5 раз меньше, чем вот это вот многократное повторение. Итак, друзья, с вами был Дмитрий Карапенко. Желаю вам красивого английского. Попробуйте, если вы еще не пробовали, проделайте одно и то же 4-5 раз, и вы увидите чудеса. Ваш пассивный словарный запас будет расширяться основательно. То, что нам надо основательно, то есть конкретно и надолго, а не мимолетно и ненадолго. До встречи в следующих видео, друзья.